Samsung i900. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung i900». Классические причины выхода из строя дисплея – механические повреждения. Уронили, бросили, раздавили. Металлической лопаткой поддеваем дисплей с правой стороны, чтобы не задеть шлейф. Затем снимаем дисплей. Шлейф нового дисплея заправляем в предназначенное для этого отверстие и прижимаем дисплей к корпусу телефона. Все, дисплей заменен.